Краевом доме физкультуры прошло мероприятие «Спортивная осень». Дети из 7 школ Владивостока участвовали в эстафетах. Юные спортсменки продемонстрировали номера, которые состояли из профессиональных приемов самбо. Здесь дети, которые и занимаются самбо, и не занимаются. То есть разные дети, но возраст практически один. Это начальная школа, 1-4 классы. Это эстафеты. Выявляем, кто сильнее, кто ловче, кто может себя показать. То есть здесь дети, которые очень любят спорт. В программе данного мероприятия те команды, которые выступают с программой самбо, должны показывать свою креативную часть, то есть показательные выступления. Ну, наш тренерский состав подобрал девочек, подобрал программу. Ну, соответственно, мы показали то, что девочки умеют, то, что они проходят. То, что у них получается. Стоит отметить, что мероприятие проводится при поддержке гранта президента Российской Федерации, направленного на реализацию проекта «Дети Приморья за самбо». Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.